Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и, конечно же, Кузовой, привет. Привет, привет. Сегодня мы играем на сервере УИФ, ой, нас бьет, нас пожарник мочит, поехали, поехали. Сегодня мы играем на сервере УИФ, и, знаете, наверное, сервер, его снимал Брейн, сейчас на нем много русских из-за этого. Раньше на нем мало было русских, потому что сервер немецкий, я его знаю уже около 2-3 лет. 2 года точно знает, сервер прикольный. И вот мне единственное, что здесь нравится, BMX. Это самое прикольное. Здесь обычно мало людей, никого нету. Не знаю, сейчас какого хрена люди появились. Даже 3 человека. Обычно я тут один прыгаю. Ну да, вот, мне слова почти никто не дал сказать. Ну говори, говори, давай. Я просто так вступительную длинную устроил. Вступительную длинную? Ну-ну. Как всегда, ты же меня знаешь. Меня тут сам затащили, заставили снимать. Сказали. А, вот. Сказали, не делал ты долго видео, а ну снял и выложил. Вот такую команду вводить, чтобы появиться как раз здесь и попрыгать на великах. Так. Какую команду? У меня нет никакой команды. Ну я им показал, какую команду унес. Да? У меня вот. Посмотришь. Давай. Сейчас все равно сдохнешь и... Вот такая команда, да. Вот. Ай-ай-ай-ай! Ну, знаешь что, мы сделали глупую ошибку. Че? Ну, прекращать уже не будем. Мы не проверили звук. У меня норвся. Ну, ты в этом не можешь быть уверен, потому что я стал, наверное, громче говорить. Я микрофон подвинул! Фух, я живой. Нет, у меня все норм. Должно быть. Не, этот у меня микрофон вроде нет. Не подводит меня. Да, а вот большой. У меня еще один хп, я с одним хп прыгаю, я того и гляди, сдохну на ходу. Молодец. Хотя тут. А, тут же хп не уходит со временем, я уж привык к РП-сервакам. Если такого нет, если, конечно, кто-нибудь пинка не отвесит. Я вроде как без читов играю, хотя на этом серваке я вам даже рекомендую поставить читы. На этом даже, блин, без читов скучно. Слушай, я взбираюсь, мне весело. Весело. Я говорю, это вообще классная штука. Конечно, здесь еще есть команды такие, как КС, Дерби, и вообще много всего-всего классного, то есть там. Но мне нравится именно это, здесь малолюдно. А Дерби веселый. Дерби веселый. О, чуть не упал. Мы позже отправимся на дорогу, не волнуйтесь. Надо просто до самого верха доехать. К сожалению, сохранения нет, если вы дохнете, начинаете все заново, да? Напоминает мне Марио, блин. Это точно. Какого хрена он там встал и руками размахивает? Ты. Наверное, это команда... Я тут мало того, что... Да, эта команда не работает. Чёрт, сейчас он за мной прыгает. Ай, уйди, уйди, бич! Только не мой велик. Слушай, я тут мало того, что прыгаю, чуть-чуть не падаю. Только не велик, только не велик. Ах ты, сука. Ты меня даже не слушаешь. Окей. Ой, ладно, слушай. Я мало того, что тут прыгаю, чуть не падаю, так еще и, блин, пытаюсь какие-то выкрутасы вытворять, когда в прыжке, короче. Все. Это я за тебя вообще. Кстати, если нажимать быстро на кнопочку V, то есть английскую V, ну, которая вперед. Double Y. Да, W, короче. Если ее быстро нажимать, то он быстрее поедет гораздо. Я дебил. Ты что нажал на меня быстро? Я упал. Велик упал, а я остался. Жди какого-нибудь дурака, который подъедет к тебе, и отними у него велик. Только не у меня, я не хочу, чтобы он упал велик. О, здесь на джетпаке летает. Не знаю, как его появлять джетпак. Можно... Попробуй, возьми, введи джетпак или джеп, что-нибудь такое. Я не знаю, как это делать. Плохая девка. Дайте мне джетпак. Я тоже хочу. Ай, все, лучше не нажимать много ВВВ, потому что это приводит к такому, то, что это сейчас произошло со мной. А то можно сделать перепрыгнуть сразу вот так. Опа, через одну прям. Ой. Да, реально лучше не нажимать, потому что я сейчас чуть... Ну, не чуть, а я сейчас упал. Вот зато я через две перепрыгнул. Многие знают, где вы находитесь. Это Сен-Фьер, недалеко от автошколы. Многие не знают, такие как я. Ну, многие, да, ты не задрот сампа. Это и точно. Твои подписчики тоже знать не будут. Мои многие уже сразу. А, где, блин, сам РП? Гони РП. Угу. Слушай, очень весело смотреть, как мы прыгаем, конечно. Особенно как я, потому что я хотя бы не падаю. О, я сзади. Слушай, я сзади. Блин, тут на джетпаке чувак вообще хитрый, а? Там четко еще. О, здесь навел. Писька! Я упал. Эй, меня убили. Ну это же нечестно, блин. Вообще, я вам, знаете, советую, если вы хотите потусоваться где-нибудь в одном месте с народом, делайте вот так. То есть, смотрите, вот сейчас здесь вот их мало, да? Сейчас вот делаем вот так. BMX, потом Ctrl-A, Ctrl-C, и делаем вот так, смотрите. Ctrl-V. Вот так, потом. Ага. Так. Ты зачем сюда столько людей зовешь? Так.
Так, а, нет, нельзя, нельзя флудить. Вот. Далее народ появляется. То есть он видит то, что здесь, что я их зову. Смотрите, смотрите, видали? В этом фишке так и зовут людей на какой-нибудь карт. Скажем, пишите в ЭКС. Ты что тут творил? В ЭКС мало народу. Вот, и... Ну, здесь слишком много народу, здесь какой-то... Здесь даже... А по-моему, круто вообще. Слушай, классно. Что крутого? Классно, классно. Ты что ты гонишь, смотри, сколько народу, весело же, блин. Нет, в смысле, я гоню, да. Я не гоню. Ты на меня там смотри, не на... Фух. О, расстояние 233 фута, высота 23 фута и что-то там еще. ЛКМ нитро, ЛКМ нитро, не нажимай ЛКМ. ЛКМ? А почему я нажимаю? Я вокруг мыши. Потому что нитро в... Эй, ты что? Упал. Это не так просто, друзья, поверьте мне. Пробуйте сами. Почему-то мне довольно-таки легко. Просто главное сосредоточиться. Ой! Ну давай, сосредоточься. Ну, я сосредоточился так, что упал. Майнадрот. Майнадрот. Да. Майнадрот умеет прыгать в майне. Да. С этим не поспоришь. Я эту карту проходил трижды, вот это место сейчас, которое мы прыгаем с тобой. Я это здесь трижды проходил. Опять этот мудил и, блин, пешком бежит. И хочет велик кого-нибудь отнять по-любому. Находится. Ну, вообще, я, конечно, пешком тоже это место проходил, пешком проще, но дольше. В чем-то забавнее, но тут оно все-таки для великов. Здесь какой-то этот на мопеде. На мопеде? Это самый хитрый, походу. А почему хитрый? Он как бы даже не может. Ну, прыгать он не может, да, согласен. Что за бред? Ладно. А, у меня велик. А, это я ремикс набрал. Слушай, у меня тут проблема. Тихо, заезжай, заезжай. Да, детка, ты заехал. Ты просто великолепен. Кто вообще тупо летит, блин? Самый умный, а? Хэнкок хренах. Хэнкок? Хэнкок. На чем летит-то? Не на чем, просто летит. Чит такой. Сам летит, как Хэнкок. Там и Хэнкок. Ой, Так, хорошо, а ты где вообще? Я в жопе. Черт, черт. А что ты там делаешь? Ай, у меня... Ковыряюсь. Нет, как... Логично. Нет. Хочешь там тоже поковыряться? Не-не-не, спасибо, сам давай. Слушай, а что будет, если я нитру нажму? Стрелять будешь и все, и все. Чего я буду? Будешь тупо из оружия стрелять. Да? На велосипеде, на машине, конечно же, ты будешь летать. Ну как, быстро ехать. Вон еще на двоечку нажимаешь и вообще летишь как бешеный. Быстро очень едешь. На велике не... Лучше сейчас не советую, конечно, пробовать. На тачке работать, на велике не знаю. Не хочу пробовать. Здесь какой-то этот оставил велосипед и пошел пешком. Давай, 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 да, это Хаммерлок. Или как там его? Такой, короче, в рабочей форме с зеленым ником. А, нет. Капсом. Нет? Рабочий. Так. О, мне осталось совсем чуть-чуть. Ой! Илюха! Я чуть-чуть, погоди, не отвлекай меня, не отвлекай меня! Не, в смысле, я рядом, слева. Прыгай! Я сзади, я был сзади. Ми-ми-ми. Смотри, я сверху. Какой дурак с гитарой сзади меня, с гитарой. А я сверху. С гитарой. А, слушай, так я до сюда доезжал, а там падал случайно. Надо было разогнаться, блин, а я что-то как-то думал. Разгонюсь, перелечу, долечу, не вовремя. Не вовремя прыгну, ой, там драчка, блин. В смысле разгоняться? Здесь вообще не нужно разгоняться. Здесь просто едешь, едешь и все. Нет. Нет, серьезно, я сейчас так и сделаю, и все. Блин, со самого начала. Я очень расстроен. Да. А мне норм. Это еще сейчас куча народу, назову, прям вот весь сервер здесь будет. Здесь будут жуткие лаги, но будет весело. Тут вообще на мотике, ну это вообще самый просто самый гениальный чувак. Слушай, я умер. Вообще админ, мне кажется, это вообще админ. А ты знаешь, тут все, в принципе, я тоже русский. Да блин, сейчас русских тут просто бешеное количество. А какого хрена тут на тачках делаете? Ё-моё, тут наша зона, наша моя точка. Твоя? Почему именно твоя? Потому что я здесь все время один был. Если бы не звал народ, то был до сих пор. А зачем ты позвал народ? Не знаю, я BMX, мало кто знает о BMX, обычно там какой-нибудь Derby, CS, а BMX мало кто знает. Да это мы. Да хорош ли за все зовут? Ты чёрт! Здрасте, я здесь. Да я вижу, блин, тут теперь не пролезть. Слушай, смотри, смотри, как надо. Что-нибудь я, блин, тут устрою. Так, в тачку сел. Смотри. Да не на велик и шаг. Ты что, запрыгнул, что ли? Да.
пошёл ты. Я умнее тебя. Пидол. Пидовка. Так, давай, давай, ехай. Идея. Слушай, я тебя жду. Я не упал. Я заглючил, короче, залагал. О, упал, короче, все. Молодец. Красавчики вообще просто. Сам себе поражаюсь, какой крутой. Да чтоб тебя, ты нигер тупой! Он меня подвинул. Сволочь. Черножопый засранец. Сиджей вообще тут самый тупой. Все берут Сиджей, вот знаешь, вот знай, короче, принцип такой, если кто-то играет Сиджей, слышу школота, запомни это. Сиджей только школота играет, тут просто такой стереотип пошел. И притом он обычно не безосновательный. Бум. Ты что ли опять? Да я опять, да. Ой! Как ты так делаешь, блин? Ой. Упал. Тут надо останавливаться порой, пожалуй, не прям на, знаешь, на... Я вот сейчас так и делаю, я вот оттуда так и делаю. То есть, тут я наоборот, оттуда еду без остановки почти что. Нет, это не про меня, я осторожно там... Я упал в самом конце! И мат-перемат, короче. Видишь, а я не обижаюсь. Я разок час проходил, чтобы залезть, я не знаю зачем, я просто зашел и мне приперло опять... По этим лесенкам прыгать, давай. Слушай, можешь меня подождать, а? Я быстро отлетел. Вот, я жду тебя, видишь? Нет. Да вон сверху. А, да дно ты, блин. Я не знаю, здесь ТП какой-нибудь работает, нет, вот точно этого не знаю, кстати. Слушай, здесь какой-то чел, он меня бесит. Он строитель. Он в год-моде. Дай забей. Тихо, не падай. Да тут все в год-моде, каждый второй в год-моде. Мне кажется, тут 9 из 10 в год-моде. А почему мы не в год-моде? Там уж здесь нет такой фигни, типа я тебя завалил, значит я крутой. Тут вообще насрать чисто. Не, почему мы не в год-моде? Потому что мы чит не установили. Мне он лично как-то был сейчас вообще накласть на чит. Неохота. Ты же сказал, что есть гейм-мод. Есть. Гейм-мод. Без оружия будешь. Ну. Хочешь зато бесконечный. Это, ну хорошо. Войдет вот так. Гаме-моды. Да. Нет, погоди. Гейм-мод просто и все, по-моему. Гейм. Нет, гейм не получается как раз. Гейм. Да что ж такое, как что-то водить твоему? О, я карбончик, я сзади. Привет. Не знаю. Да заби... О! Твою мать. Что это у нас? Не слази, не мочи мне эта штука, я тут прям вообще на тебя обижусь и... А что это? Это миниган. Ой. Что здесь такое миниган? Нет, я знаю, что такое миниган, я просто не... Откуда смотри, он? Смотри в чат справа, где вот под оружием. Видал, сколько миниган друг друга выносит людей? Ну, это, скорее всего, обычный респект, конечно, такая херня творится. Слушай, чё мы её можем? Есть. Потому что усложняется. Думал, что всё так просто, что будет? Нет, я доезжал до верха. Ну, не до верха, а там. Я чуть не обосрался. Фух. Так, смотри. Хуп. 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 Охренеть. Я знаю. Ты куда? Перелетел. Опять яички нуждаются, да? Да. Нигде нет. Нигде не без предпосылки на майн, блин. Надо было бы поле просто подобрать. Давай догоняй. Я целюсь. Целишься? Да. А ну иди сюда. Да не, блин, ты глупый что ли? Я целюсь, чтобы на велике попасть, не в тебя. Ой, ты иди. Тебе везет просто чисто. Все хорошо, я здесь. Давай догоняй. Еду. Смотри, вот здесь. Здесь не надо. Ты живой. Фу. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, здесь как? Учи меня. Я вот здесь падаю постоянно. Так, стоп. С вот, разгона. Смотри, как это делается. С разгона. Ой. Вау, смотри, я смог. Красавчик. Нет, только не таким образом. Нет, не могу. Нет, я... Назад. Ой. Будто стреляет. Ай, слушай, это кто? Пожарник тоже еще. Воюй, пока я погнал. Слушай.
Я его убил. Все. Все, все. ХП-то осталось. Почему он срывается с места, когда я. Да вот я о том же, блин. Погоди, сейчас назад немножко сдам. Достался им чуть-чуть. Ты будешь первый, нет! Я буду первый. Ну не, вообще не самый первый. Тут, знаешь, сколько карт проходило, блин. Опа! Ее, я первый! Бичара. О! Бичара. Что сказал? Бичара. Нет, нет, хороший кузовой, я тебя люблю, братан. Стой, стой, дай, дай, залезу, дай, залезу, нет. Да все, успокойся, я тебя не собираюсь убивать. Ее. Молодец. Мы добрались до этой тёлки. А зачем тебе сюда? Ну как, зачем? Ой! А теперь у нас будет... Куда мы целимся? На-на-на-на-на. Куда там целишься? Дети офнули YouTube.